О, хороший спуск надо. Дистанцию. Блин, прикинь, это тут как в тоннеле едешь, когда все зеленое, да? Вот это ж тут и небо не видно. Ёханы бабай. Да, тут зимой, слышишь, так мало не покажется. Не, ну на подготовленных машинах, в принципе, можно ехать, наверное. Ну да, с лебедкой. С лебедкой вообще. Да что, спуститься. А что, аэролоки помогают? Конечно. Нормально, да? Вообще, приятно. Ну я в ноль спускаюсь и не боюсь, что я разбираюсь. Бля, все деревья повалили, чтоб кубик проехал. Ну, тут уже не первый раз. Ну, не зимой попадется. Там дальше жопа. Включай шипы, Максим, давай. О, хороший заезд. Ну, прямо там. Мы объедем. Эти шансы попробуем вывести. Силач, давай. Здорово. Видишь, ты там? Как-то медленно мы едем. Прикинь, тут летом. Вообще дороги почти не видно, наверное. Тут очень жестко. Ого. Еще казацкая, наверное, что-то старая. А вот, смотри, ну подожди, я посмотрю, какого года. Осень 43-го. Осень 43-го. Лично поймать войну. А, это Бугринский на... плацдарм. Угу. Ого. Да. Неожиданно. Тут жестко было, бородач. Рассказывал про плацдарм. Да, бородач проехал бы. А вон банда вся. Так, а вот и банда вся. Такой поворот тут. Мы замыкаем, да? Прадо сдался. Не, ну на новой машине здесь немного жестковато. Ну где эта жесть, которую они там ехали, рассказывали? Они кричали, тут очень жестко. Ага. Жестко вообще как нет. Так, что-то тут какое-то... Да там просто узко. А, узко просто. Такое место красивое. Такое аж неестественно зеленое все в камеру. Потому что уже жда, время. Пора, да. По встречке режь слева. Так мы все равно в них выкрылись. Ну да. Представляешь, чтоб тут Витя сейчас исполнял бы. Ну, уже сразу там на старте на боку были. Прокладывал бы новую просеку. Восьмидесятка не пролазит. У нас где-то ширина примерно такая же, да, наверное, ну, да. Плюс-минус. Не, по колесам такая же. Такая же, да? Да, по кузову уже, а по колесам такая же. За счет выноса. Если не шире, да. У него минус 40 вынос, вернее, у нас 50. Режь слева, говорю. И налево два раза просить не надо. Сказал справа. Какая разница? Главное, режь. О, красиво стали, смотри. Так мы же еще не доехали. Мы же еще не доехали. Лайтовики тут. Ямки такие. Да? Кабаны, наверное. Как мы подрезали, мы первые опять. Пейзаж, пейзаж. Опа, вот и Днепр.
вообще тут такое, ну все. Вроде тут людей не было лет 300. Дорога не очень накатанная. Ну, поехали вниз. Или там сейчас спуск такой будет крутой и подъем. А, это они воздуха набрать остановились. Говорят, лебеда работает. Говорят, нам спуск и подъем. Вытрусить гимно. Да, очкуют. Да, работает. На всякий случай. Говорит, сейчас... Ладно, не ссы. Говорит, сейчас будет спуск и подъем. Нашли чем напугать, да? Спуском и подъемом. Ого! Справа тоже яр такой. Песчаный. Слышишь, ну что-то как дорога заканчивается. А не, есть. Такая она плавно переходит в тропинку, но уже становится интересно. Что-то мы, наверное, едем, я так понимаю, по туристическому. Ёханый бабай. Ого, Олежек. Ого. Блин, надо тебя с улицы было снимать. Сейчас я выскочу. Так я не знаю, куда дальше ехать. Ну, прямо? На подъем, да. Давай я, может, съедь сниз. Сыпалось. А, еда, наверное, блин. Угу. Надо в кулек ее сложить. Подожди. Нормальная. Нормальный маршрут. Не, с машины все страшнее, так. Ничего страшного, вся банда тут. Не знаю, все тут заедут или нет. И я тебя запрыгну к кому-то. Ну да, на вид страшно так. Просто дорога. Салона не просто дорога, но из салона выглядит стрёмно. УАЗы едут, дальше там, наверное, узко по лесу. УАЗ проехал, дышать нечем. Жесткий пошел по харду. Гляньте, Нива едет. Ага. О, хоть кто-то оффроуд сделает сейчас. Ромыч, давай, я в тебя верю. Давай. А, там сосна. Стой, 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 стой. Вперед попробуй. Да не, руль правильно, сейчас, подожди. Зеркало забери. Блин, давай. А. Не проходит? Нет. Прошла. Блин, веточку зацепил какую-то. Чуть не проехал. Мне кажется, он не сдается. Да, это жесткий парень. Просто хода не набрал. Ёханы бабай. Опять та же история. Влево до конца. Пробуй, пробуй. Уже все. Не хватает. Понижение и блокировок. Шины четкие, но АТ-шка. Газу больше.
Красавчик. Просто не знает, что может эта машина за 10 биткоинов. Ну, за 6 и на 4 тюнинг был. Диски куплены. Шины Goodyear. Что они? Вообще? Так а как он крутится? Ты блокировку поставил или что? Чуть назад, дай назад, чтобы стартануть. Оп. Еще назад, а не, едет еще. Так, тут еще одна Нива. У нее свой альтернативный маршрут. Что, может, сбросишь ее по дешевке здесь? Посмотри, твой коллега что делает. Блин, он так тоже жесткий. Нивоводы безбашенные просто. Блин, дерево сухое оказалось, елки-палки, Рома. Силой в руках не чувствует, вообще свалил дерево бугай. Так подожди, Гранд Чероки же на свободе, сейчас дорога. Старинка. Как Бакаю. Конечно, назад и вперед, а как? Ходом сейчас будет брать. Патрол. Не, ну это серьезный внедорожник, там девчонки, конечно. Ну должен заехать наконец-то, я думаю. Блин, дерзкий. Жесткий, да? Да. Давай. Поясница глинит. Пусть он станет, а потом отъезжать будешь. Все, палку убирай. Палку я тебе вовремя дал. Так, Жека пошел. О, тут песчаный подъем хороший такой. Песочек. А, патрол спущенный, наверное. Да, ехали, ехали. Куда-то доехали. Такое тут все. Что, едет? Хотел остановить, но крепкая машина. Подожди. Стой, я там отломаю. Стой. Ёхан. Что ты дерзкий? Бабай. Ты сейчас двери помнёшь. Двери помнёшь. Миллиметраж. Прямо можно. Гранд Чероки. Да Гранд Чероки может везде проехать, елки. Конечно, это ж тебе не Range Rover. Что там у него за проблемы? Асфальт, говорит, не положились. А-а-а. Да это ж Гранд Чероки, елки. Это ж легенда. С мерсовским мотором. Думаешь, что ты в Карпатах? Думаешь уже? Теперь чуть назад. Ну что, я хочу себе Porsche Panamera. Да? Мы под него под эту песню ехали, Porsche Panamera. И нас с горы вот так несет, боком крутит. И что? Ну, спокойно ехали, все. Макс, Макс. Ёмах.
Макс! Ёб, это страшно. Давай потихонечку, потихонечку едь, чуть-чуть правее. У тебя шина согнулась. Нормально, нормально. Правильно, давай, давай, давай. Шина согнулась. Едь. Порог у тебя. Влево, влево, влево. Влево руль, влево. Стой, стой. Машину мне. На нее очередь, я первый на очереди. Я в очереди. У вас нету прав на такую машину, блин. Еще, давай, давай, сюда, давай. Да сейчас занесем зад, не бзди. Сюда, давай, давай, едь. Еще, давай, едь. Андрюха, давай, неправильно, давай. Андрюха. Едь. Дерево смотрите. Да, ну, да, можно заехать. Стоп, все. Будем крутиться, будем больше. А, убиваться не будем. Вот, я вот так задал, да? Вот. Давай. Ну, как себя показала машина? Так что туда ехать? Давай, давай, туда, Максим, закинь туда. У тебя крутится. Прямо потом вывернулся. Все, и УАЗы, я. Понял? Руль кожаный у тебя, да, или нет? Поворачивай, все, колеса вот, туда. Все, иди. Все, выворачивай вправо. Все молодец? Фух, да. Вот это напряжение. Все молодец? Машина Малера. Саня спрашивает, всем владельцам Гранд Чероки надо столько штурманов. Ну, конечно, а сколько? Машина, посмотри, как она блестит. Ты видишь, как блестит она? Где царапина? Где? Вот, минус $200 на это. Йо! Скидывай, что так мало? Блин. Все, все, хватит, там дальше выход. Проходит или нет? Двери, двери береги. Двери? А у меня синие двери есть в продаже, кстати, если что. Только водительской, кажется, нету. Или какой-то, не помню. Когда я там сосу стрелялся, сзади никто показывал. Не, никто? Вообще, ну я... так а что ты посмотри на свою машину и на вот эту? Ты что, а ты что, не помнишь, ты что в сосну? Машина стоит или что, блядь? У тебя вообще самая дорогая в мире. В мире. В мире. Вот это жесткий, да? Смотри, этот сейчас все объедет. Выворачивай. Не хочет. Ну дешевле, чем твоя. Не, она миллион стоит. Так бэушную, ты ж бэушную брал. А, ну да, бэушную. Бэушный Верон дешевле твоей, полюбас. Так что, все нервно курят. Ха-ха, шишку нашел. Эколог, настоящий эколог. Ого, Рекстон сюда заехал. Блин, красота какая. Насанка говорит отсюда зимой. Блин, экстремал, да? На лыжах еще куда ни шло, но на санках. Тебе на лыжах опасно. Да, такой маршрут. Интересный. Концовка здесь. И разворот есть. Все продумано. Как на Абалоне почти. Так, смотрите, куда мы ехали. А? Переяслав, вот, смотри. Переяслав? Не знаю, падали, да. Не, ну если бы я еще подождал бы полчасика. Сейчас будем переправляться. Я бы вышел вообще. Ну лучше, как говорится, синица в руке, чем долг. А что там? Слышишь? А это, капитализация. Смотрел? Не понял. Так а ты сидишь или ты вышел? Завтра увидимся. Слышишь? Привет. Ого, тут нормальный спуск, да? Ни к воде не пойдем? Давай ты перший. На иди, да. Елки. Да, места четкие. Вот эти просторы бескрайние. Так, возвращаемся. Очень узко, очень узко. Так, Олег говорит, что-то пробка здесь. Непонятная. Хочу резануть. Непонятная пробка. О, можно резануть. Ё-моё.
Да, есть дорога. Да, тут вправо, да? Потихоньку, может, и проедем. Стоп, зеркало. Веточка. А, там бугор, немножко перекос большой. Или нормально? Сломал ты бревно такое. Мама, не горюй. Еще? Нормально зацепилась. Да. Так я уже не смогу выйти теперь. Всего. Хорошую палку. Какая-то хатка была. Ну, давно, да, наверное? Да, очень давненько. Давненько, да, остатки хатки. Да, совсем. Прикинь, кто-то жил на этой горе. Что они тут делали? Чем питались? Или поле где-то было? Огородом, лесом чем питались. Да? Рыбу насушили, что-то посадили, что-то в лесу насобирали. Ну да. Грибов насушили. Тут узенько. Слышь, это чей-то забор был, да? Вон и дом есть, видишь? И дом есть? Конечно. А, и дом есть? Да, чья-то. Ого. Знаешь, село идет. Мы что, назад по той же дороге едем? Так а что время теряет? Так, тут ускорились на какой-то технаре, а потом в Березовку. Там такие были переговоры, может, будет оффроуд. Ну, надежду уже теряю с каждой минутой. Ух, это какой-то серьезный джипер. Да. Есть семечки? Есть. Голубь. Семечки голубь есть? Голубь все забрал. Съел? Да. Ниву починили. А где он? А, тоже отстал? Мы тут едем по оффроуду. Раз и Матис стоит без порогов, правда, но... со львовскими номерами вроде. Ух ты ж, блин. Вот это видос. Посмотри, какая красота. Просто фантастика. Обалдеть. Народ, ты только мы вас загнали, там все сзади. Блин, какая красота нереальная. Только быстроходные все здесь. Андрюха, мы по асфальту долго будем ехать? Два дня. И две ночи. Ну, уже на этот, на технарь, на лагерь. Ухоженные хатки. Ага. Такой. Да. С прицепом. Ланос. Или Сенс. Это местный курпуль, наверное. Да, да, какой-то местный олигарх. Судя по этому. Судя... Потому что вокруг происходит, да? Судя по остальному. Смотри, да, судя вот эта хата похуже. Отлегаем. Хотя тоже какая-то окна есть, слышишь? Ну, наверное, полузаброшенная какая-то. Кава, смотри. Обалдеть. Кава, квас. Кава, квас. Ты уже на каву. Смотри, а это что еще вон? Лавочки. Вон еще хата. Это, наверное, заброшенная. А вот кладбище. Короче. Да, тут куда-то мы в другой что, мир. Баба перелякать хочу, в другой мир попали. Вот и Нива. Языков бабки с глаза достаю. Москвич. Тюки? Тоже какой-то олигарх. Цветочки у него растут.